Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardreset Info. Сегодня я покажу, как на телефоне Tecno Pova 5 Pro сделать снимок экрана. Чтобы на телефоне Tecno Pova 5 Pro сделать снимок экрана, нам будет достаточно всего лишь свайпнуть сверху вниз 3 пальцами. Сделаем так. И все. Снимок экрана сделан. Можно попробовать еще раз. На этом все. Спасибо за просмотр и хорошего дня.